Добрый день, уважаемые участники онлайн-школы. С нами в эфире Никита Александрович Зайцев. Значит, сегодня будут эксперименты. Такой верный признак, как, значит, народная примета уже своего рода присутствие Никита Александровича Зайцева и его связь с экспериментом. Итак, мы с вами в прошлый раз очень много и подробно обсуждали механические колебания, различные, что происходит с фазой колебаний, что происходит с частотой, явление резонанса. Сегодня при помощи Никиты Александровича я предлагаю еще раз воочию убедиться в том, что в прошлый раз я вас не обманывал. Физика действительно работает так, как она работает. Вот. И с чего мы начнем? А начнем мы, ну, с самого простого, математический маятник. Математический маятник когда-то придумал Галилео Галилей, чтобы убедить всех в том, что ускорение свободного падения, соответственно, скорости падающих тел не зависят от их массы. Все знают, что он бросал шарики с Пизанской башни, но не все знают, что это никого не убедило. А никого это не убедило по той причине, что все говорили, ну как же мы тут глазом можем заметить, что они падают одинаково. Может, и не одинаково падают, просто ну вот высота небольшая и прочее. Он сказал, хорошо, я сделаю штуку, которая будет падать бесконечно долго. И сделал это. Математический маятник – это действительно грузик, который падает в поле действия силы тяжести Земли и делает это бесконечно долго. Ну, в идеале, конечно, если никаких сил трения нет. Но вот этот эксперимент уже могли поставить дома у себя все желающие, все, как бы сейчас сказали, хейтеры Галилео Галилея, и тем самым убедиться в том, что скорость падения тела и ускорение свободного падения, как следствие, не зависит от массы тел. Итак, два грузика, подвесы, грузики, разная очевидно. Масса. Один большой, другой поменьше. Массы примерно соотносятся один к двум. И вот если их отклонить на один угол, заставить колебать, то их амплитуды при одинаковой длине подвеса. Самое главное, что их скорость, вернее, зависимость угла от времени остается постоянной. То есть скорость у них тоже одна и та же. Следовательно, Галилей был прав, в очередной раз убеждаюсь, в очередной раз радуюсь. Вот. И вы тоже можете убедиться в том, что все было не зря. Все было не зря. Скорость падающего тела действительно не зависит от его массы. От чего зависит? От чего зависит? А мы в прошлый раз обсуждали. Надо напомнить. Надо напомнить, наверное, да, что период колебаний математического маятника есть 2π на корень из L на G. Ну и можно там какие-нибудь вспомогательные величины ввести. Омега это 2π на t. Частота колебаний. Но период колебаний зависит только от ускорения свободного падения и длины нити. Итак, что мы можем продемонстрировать зависимость от длины нити? Клоним маятник и будем изменять, соответственно, его длину подвеса. Период, очевидно. Невооруженным глазом видно, что период увеличивается, если увеличивать длину подвеса. То уменьшается. Работает. Следовательно, закон наш работает. А можем ли мы поменять G у нас, в помещении у нас, в нашем образовательном центре? Ну, G мы поменять не можем, но мы можем создать дополнительную притягивающую силу при помощи электромагнита. То есть как будто бы увеличить G? Как будто. Как будто. Хорошо, давайте попробуем. Получается, с увеличением G у нас период должен уменьшиться. Да, быстрее будет. Да, быстрее будет. Вот. Запустим маятник.
Ой, все примагнитилось. Чуть-чуть повыше сделаем. Вот, еще раз. Добавляем G. Ну да, действительно, колебаться оно стало чаще. Следовательно. Если убрать, ну, период уменьшился. Включим. Где это можно использовать, данный метод? Как ни странно, для, во-первых, нахождения различных, для ведения геологической разведки, находить в Земле различные полости, неоднородности, там, где G будет отличаться от окружающего места, ну, значит, там вот какая-то залежи газа, например, природа, или какие-нибудь подводные озера. И это все будет очень хорошо видно, потому что изменится период колебания математического маятника. Раньше так и делали. Раньше, когда не было каких-то более точных систем зондирования почвы, сканирования, спутникового сканирования, приходилось делать вот так. Ну и опять-таки на других планетах тоже можно достаточно легко при помощи математического маятника определять ускорение свободного падения. Понятно, на планетах, астероидах, космических телах, сравнивая его с земным. Также при помощи математического маятника можно измерять длину, казалось бы. Ну да, казалось бы. Вот. Проверим? Ну, для этого поставим такой нехитрый эксперимент. Допустим, хотим измерить длину нашего стола. Допустим. Линейки у нас, очевидно, нет? Придержите, да. Придержу. Не придержали. Каши мало ел. Так, держу. Вот длина нашего стола на нити. С небольшим запасом, очевидно, чтобы было куда наматывать. Да. Да, можно сказать, там его особо и нет. Сложим нить пополам. Ну, иначе получится маятник с очень большой длиной подвеса, что не очень удобно. Это нужно большой штатив ставить гигантских размеров. Камеру переставить. Опять-таки, да, все это. Просто уходите, просто да. Уходите. Повесим на нить небольшой грузик. И закрепим на штативе. Вооружимся секундомером. Я буду считать. Ну, давайте, для удобства сколько? 10. 10 колебаний. На 10 удобно делить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 17 секунд. Итак, полное время. Это 17 секунд. Период колебаний. Есть отношение полного времени, за которое маятник совершил n колебаний, к числу этих колебаний. То есть 17 делим на 10, получаем 1,7 секунды. Это наш период. Теперь остается выразить из этой формулы L. Да, выражаем. Делим t на 2π, возводим это дело в квадрат и умножаем на g. Это есть L. Значит, получается 1,7 деленное на 2, на 3, 14 в квадрате на 9 и 8. Сколько, Никита Александрович, получается, вооружившись калькулятором? Так, 0,72 метра. Теперь вспоминаем, что эта длина вдвое сложенная, вдвое сложенный стол. Значит, умножаем на 2, получаем полную длину стола. 0,72 умножаем на 2, получаем 4, 4, 1. 1,44 метра. Почти ну, полтора метра. Длина стола полтора метра. Прям точно, вы проверяли, да? Да.
Ну, то есть ошибка в 6 сантиметров вполне приемлемая при таком методе измерения длины. Ну, 6 сантиметров для 1,5 метров – это сколько процентов получается? Сколько процентов не попали? 0,6 на 1,5 и на 100%. Снова воржусь с калькулятором. 4%. Мы обманываем на 4%. В принципе, не так уж и плохо. Полости в земле, во всяком случае, как-то мимо полости в земле мы таким образом точно не промахнемся. Они, как правило, большие, если их можно заметить таким образом. А вы рассказывали ребятам, что формула для определения периода на самом деле не работает? Нет. Забавный факт, что данная формула, вот 2π умножить на корень, деленное на g, работает только при малых колебаниях. То есть, разумеется, когда синус угла можно приблизить самим углом. А если угол значительно больше, то эта формула уже не описывает. Да, это как раз мы обсуждали. Это вы так категорично заявили, что формула не работает. Я уж испугался, думаю. Ну уж как, надо было заинтриговать. Про правильную ли физику я рассказывал. Да, если вы заметили, Никита Александрович на действительно очень маленький уголок отклонял, чтобы мы могли пользоваться этой приближенной, ну, на самом деле, действительно приближенной формулой. Для больших углов уравнение получается более сложное и закономерности более сложной. При помощи математического... Это вы бы сейчас рассматривали... Рассматривали, да, математический маятник, который в жизни, в природе не существует, потому что нет, это, можно. По сути, своей модель, являющаяся упрощением точкой, да, на невесомом, нерастяжимом подвесе. Но в нашей жизни, к сожалению, все маятники являются физическими. Да, то есть некоторым грузом с распределенной массой. Вот. Виталий Александрович, пример одного из таких физических маятников готовится показать. Собственно, в чем проблема, не проблема. Потому что, вообще говоря, маятник может быть достаточно сложной формы. То есть на самом деле у нас маятник может быть какой-то вот такой вот произвольный, ничего не пишет. Ничего не пишет. Слишком хорошее средство оказалось для очистки досок. Вот какое-то такое тело произвольной формы, может, в общем-то, тоже совершать колебания. А как в данном случае с ним работать? Тут понятие массы уже, как вы понимаете, не очень удобно применять. Да, что такое? Массу, конечно, мы можем взвесить, да, но тела могут быть одной и той же массы, но самой разной формы. И, ну так, умозрительно понятно, что колебаться, скорее всего, они будут по-разному. И для этого, для того, чтобы описать колебания таких тел, используется, используется такая величина, как момент инерции тела, которая буквой Ё обозначается, и является, ну, таким вот эквивалентом массы. Для тел произвольной формы тоже этот момент инерции вычисляется. И, ну вот, например, Никита Александровича здесь. Ольга Николаевна, можно показать? Да. Маятник. Да, вот такой вот маятник. То есть это прут, на котором закреплено два грузика. Естественно, опять, тут мы точно не сможем просто воспользоваться понятием массы, да, тут необходимо вводить
понятие момента инерции. И в данном случае момент инерции вот такого тела будет складываться из момента инерции всего прутка и моментов инерции грузиков относительно оси вращения, которое будет равно mr в квадрате. Где r – это расстояние от грузика до оси вращения. Ну, двойка, потому что таких грузиков два. Соответственно, так же, как у нас в... Ну да, и в случае математического маятника мы уже не можем говорить о том, что изменение момента инерции не влияет на период колебаний. Разумеется, нет. И мы сейчас это сможем увидеть. Да? Изменяя расстояние от грузиков до оси вращения, мы будем изменять момент инерции. А изменение момента инерции приведет нас к тому, что будет изменяться и период колебаний тоже. Ну, в данном исполнении грузики находятся на равном удалении от центра вращения, поэтому находятся практически в идеальном балансе. Баланс, ну или, ну, еще можно, наверное, более правильно сказать, состояние равновесия. А если рассматривать именно период, то он приближается к такому грандиозному числу, как бесконечность. Ну да, действительно. Если он колеблется очень долго, то, безусловно, да. И для того, чтобы продемонстрировать разницу между колебаниями двух математических маятников, состоящих из разных этих плеч или длин. Вот я опустил нижний маятник на сантиметров, по-моему, 5. Ну, давайте посмотрим, как система будет колебаться. Ну, я имел в виду, попробуем примерно оценить период. Ну, допустим. Ну, допустим. Давайте увеличим длину. Невооруженным глазом видно, что период увеличился. Да, то есть получается, что у нас период связан, ну, скажем так, некоторой пропорциональностью с моментом инерции. Потому что очевидно, что момент инерции вот такого тела больше, чем момент инерции первоначального хотя бы тела, да, где они были на равном расстоянии. Формула для периода колебаний на самом деле такого маятника есть 2π и корень из момента инерции на величину mgh, где h – это какое-то начальное отклонение такого вот распределенного маятника, распределенного тела, тела с распределенной массой от положения равновесия. То есть это, по сути, то, на что мы влияем при запуске нашего колебания нашего маятника. Масса самого маятника все-таки фигурирует, и нельзя говорить о том, что физический период колебаний физического маятника не зависит от массы, но главной величиной здесь выступает момент инерции. Собственно, моментом инерции мы управляем, например, когда на качелях раскачиваемся. А мы, поджимая ноги, выпрямляя ноги, мы ничего не делаем со своей массой, мы ничего не можем сделать с начальной высотой. Подъем, да, вот у нас как-то мы вот, или кто-то нас подтянул, отпустил, да, качель, на которой мы сидим, вот мы поехали качаться. Тем не менее, мы можем варьировать частоту своего раскачивания, соответственно, период своего раскачивания, просто за счет изменения момента инерции. А момент инерции можно понять, просто изменив геометрию, скажем так, тела, которое и раскачивается. Сейчас мы уже совместили два маятника. Физически, да, в виде обруча. А это явно физический маятник. Да. Тут массу точечную уже считать точно не получится. Тем более, как бы, центр масс находится где-то посередине. Посередине. Вообще. Ну и модель математического маятника. Обратите внимание, что если привести их в движение, то амплитуда, ну или как следствие период, у них не отличается.
То есть получается, можно подобрать такие параметры физического маятника, чтобы период его колебаний совпал с математическим маятником, причем, по всей видимости, мы зафиксировали еще и диаметр этого обруча таким образом, чтобы он совпадал с длиной нити, да, на которой математический маятник раскачивается. Идем дальше. Итак, есть еще один маятник, у которого, который тоже нельзя, в общем-то, считать математическим. И тоже все завязано на тот самый момент инерции. Это маятник Максвелла. Итак, что же это такое? А это диск, подвешенный на двух нитях, который может свободно, скажем так, совершать вращательные движения. Ну, вот в плоскости. Ну, как йо-йо. Плоскости. Как йо-йо, да, получается. Йо-йо – это пример маятника Максвелла. Раньше такая популярная штука была, сейчас уже никого не встретишь, видимо, с таким. Но, да, итак. Итак, что же Никита Александрович делает? Запасаю потенциальную энергию. Именно. Самый простой путь, на самом деле, описания движения любого маятника, хоть математического, хоть физического, хоть Максвелла, который тоже, в общем-то, физический маятник, это описание при помощи законов сохранения энергии. Считая систему замкнутой, отсутствие диссипативных сил, и в отсутствие диссипативных сил, трения никакого нет, энергии никуда не расходуется, мы всегда можем говорить о том, что у нас потенциальная энергия, которая запасается просто за счет того, что мы поднимаем на некоторую высоту наше тело, расходуется исключительно в кинетическую энергию. А уж кинетическую энергию какого движения она будет расходоваться, это дело конструктора маятника. В данном случае у нас будет кинетическая энергия вращательного движения. Итак, отпускаем. Как видно, может быть, мы так немножко повернем, чтобы было видно, что скорость вращения увеличивается. То есть здесь он вращается довольно медленно, и по мере приближения к нижней точке траектории скорость его вращения увеличивается. На самом деле я немножко некорректно сказал, что расходуется исключительно на кинетическую энергию вращательного движения. Как мы видим, за счет того, что он двигается сам по себе вверх-вниз, присутствует и вертикальная компонента скорости, в том числе. Вот поэтому кинетическая энергия тоже будет складываться из двух энергий. Энергии вращательного движения и энергии, ну, скажем так, свободного падения. Поле действия силы тяжести. Ну, а также здесь вмешиваются диссипативные силы, в частности, сила трения, с которой, которая как бы, заставляет маятник накручивать. Тормозится. То есть энергия еще расходуется вот на работу сил трения. Ну и опять-таки, нить мы только в теории можем считать невесомой, нерастяжимой. А на самом деле во время вот этого удара, когда он достигает нижней точки траектории и начинает возвращаться назад, нить тоже немножечко растягивается и затрачивает, соответственно, часть энергии просто вот на такие процессы. Так бы, конечно, эти колебания были не затухающими, могли бы мы их считать не затухающими. Но ничего не поделаешь. Итак, это не все маятники, которые можно придумать. Их на самом деле гораздо больше. Вот сейчас Никита Александрович готовит еще одну модель физического, опять-таки, маятника. Это маятник петлевой. Два грузика. Разные массы, это полкило, это 100 грамм, вот, соединены нитью. И сейчас, когда Никита Александрович закончит сооружение подвесной конструкции, мы, очевидно, заставим колебаться эту систему некоторым образом. Ну, опять-таки, для любой системы, в принципе, можно подобрать какой-то метод ее описания, да, например, если мы говорим о физических маятниках,
там действительно использование и расчеты моментов инерции различных тел можно выполнить, можно закон Ньютона записать для, ну, вот такой формы моментов инерции. Но на самом деле наиболее простым способом описания все еще остается законы сохранения энергии и импульса, как ни странно. Так. Перекинем систему грузов. Один, который уже, я повторюсь, Данилович сказал, весит 100 грамм, другой 500. В 5 раз отличается их масса. Естественно, что если эту систему отпустить, то тяжелый груз перевесит. И... Ну да. Ничего как-то сверхъестественного не произойдет. Но если груз отпустить, маленький груз отпустить из верхней точки, то по законам сохранения энергии, его потенциальная энергия, которую Никита Александрович запасает, просто отводя его вверх, когда грузик достигнет какой-то своей нижней точки траектории, полностью перейдет в кинетическую энергию. Кинетическая энергия – это скорость. А раз у нас в нижней точке траектории этот грузик будет обладать большой скоростью, это можно, в общем-то, интерпретировать как то, что он увеличит силу, с которой нить, на которую он действует на нить, да? То есть вот эта сила, которая, можно сказать, приводит его в движение, увеличивает силу, с которой этот грузик действует на нить. По третьему закону Ньютона эта сила будет передаваться через всю нить, и в том числе увеличится прижимная сила, которая действует на нить вот в этой точке, где у нас работает сила трения. То есть мы как будто увеличим прижимную силу, придавливающую нить к деревянной балке. И ожидается, что этой силы хватит, чтобы достаточно увеличить силу трения так, чтобы вся, как это, так, чтобы остановить свободно падающий большой грузик. Попробуем. Так и оказалось. Интересным фактом является то, что, исходя из законов сохранения, колеблющееся тело с запасенной потенциальной энергией не может подняться на точку выше, чем ту, с которой его отпустили. Да. Но здесь мы наблюдали тот факт, что оно даже несколько раз провернулось вокруг оси. Ну и на самом деле достаточно всего нескольких оборотов, чтобы груз массой в 100 килограмм уравновесил груз массой в 500 килограмм. Ну, точнее, получается три оборота. Этого достаточно, чтобы увеличить площадь контакта нити и деревяшки, чтобы сила трения была достаточной для этого. Ну, опять-таки, да, вот то, про что говорил Никита Александрович, что мы видели, что груз поднимается выше своей начальной точки. Никакого подвоха здесь нет. И закон сохранения энергии выполняется, но выполняется для системы из двух грузов в целом. А когда мы говорим про то, что груз на маятнике, ну, в смысле, груз в математическом маятнике не может подняться выше начальной точки, да, действительно, это так. Но это закон сохранения энергии вот для такой системы из одного груза. У нас же грузов было два, поэтому надо рассматривать все вместе. То есть, когда говорим про закон сохранения энергии, очень важно понимать, какую именно консервативную систему мы рассматриваем. Так что все было честно, никакие законы физики мы не нарушали. Итак, еще немножко о практическом применении маятниковых систем. Предположим, что вы ехали к бабушке в деревню, ехали, и тут раз ваш автомобиль ломается. Соответственно, 100 километров туда, 100 километров туда, никаких населенных пунктов, никакого электричества, связь тоже не ловит. А к бабушке очень хочется. Бабушка вас ждет, уже блинов напекла, чай заварила. Вот, бабушку расстраивать не хочется. Вам, в общем, надо каким-то образом добраться до бабушки. Пешком идти, естественно, очень долго.
Но вы знаете физику, прекрасно понимаете колебательные процессы и владеете высокопрофессионально законами сохранения энергии и импульса. И вы, немного подумав, на свежем воздухе делаете это. Ну, то есть берете вашу машину, разбираете ее и превращаете ее в такую тележку с маятником. Ну, таким довольно весит. Маятник очень весит. Да, ну, в качестве двигателя можно повесить. Он уже вот не заводится больше, какой в нем прок, а в машине самая тяжелая деталь – это двигатель. Сделайте вот такой маятник из вашего двигателя. Прекрасно. Чтобы запустить двигатель, достаточно его отклонить. Да, тут уже никакой стартер не нужен, бензин не нужен, просто отклоняем. Ну, смотрим, что будет происходить. Плохая машина получилась. Никуда не поехали. Не поехали. Странно. Еще раз. Все еще на месте. Все еще на месте. Тут появляется первый повод усомниться в своих знаниях закона сохранения энергии импульса. Думаете, что-то не то. Я вроде хотел, чтобы машина ехала, а она не едет. Ну, в смысле, едет, но вперед-назад. Такая себе машина. К бабушке она добраться не поможет. Что же делать? И тут вы начинаете рассуждать. Что происходит? Вы отводите маятник, запасаете потенциальную энергию. И вы хотите, чтобы эта потенциальная энергия расходовалась на движение вперед. Ну, движение – это сообщение некоторого импульса. Вы понимаете, что нужно теперь описывать импульс всей системы в целом. Если вы отпускаете маятник вместе с тем, как вот я отпускаю тележку, тормоза отпускаете, что происходит? Импульс всей системы изначально равнялся нулю. Да? Никто никуда не ехал. Вы отпускаете это все дело в одно и то же время. Надеюсь, я сейчас ничего не сломаю. Не надо отпускать. В общем, я отпускаю. Вот оно начинает двигаться. И импульс, который система, ну, в смысле, маятник, за счет того, что он имеет некоторую скорость, передает тележке, но передает он ей такой импульс, чтобы суммарный импульс по-прежнему был равен нулю. Да, закон сохранения импульса должен выполняться. Никуда от этого не деться. Если изначально был ноль, то и после некоторого момента времени ноль должен остаться. Теперь, если маятник передает импульс, направленный в эту сторону, тележка едет в обратную сторону. Да, имеет импульс, направленный в обратную сторону, чтобы суммарный импульс был оставался равным нулю. Ну и то же самое происходит при обратном движении. Как можно усовершенствовать эту конструкцию? А на самом деле оказывается, что достаточно просто отпустить в нужный момент времени. В какой момент времени? Да ровно в такой, когда маятник обладает наибольшим импульсом. В таком случае у вас до, скажем так, взаимодействия импульс уже будет не нулевой, а будет равен импульсу маятника. А после взаимодействия уже импульс будет складываться из импульса маятника плюс импульса тележки. Но так как изначально импульс был не нулевой, уже маятник двигался, имел некоторую скорость и довольно большую массу, то и после взаимодействия маятник, проходя положение нижней точки, где у него самая большая скорость, дальше его скорость начинает уменьшаться, соответственно, и импульс тоже начинает уменьшаться. Но суммарный импульс должен остаться прежним. Поэтому тележка начнет двигаться. И двигаться, во-первых, в правильном направлении, ну и с таким импульсом, чтобы итоговый, в смысле изначальный импульс сохранялся. Давайте это продемонстрируем. Обратите внимание, когда Никита Александрович отпустит руку. Он должен ее отпустить, когда маятник проходит нижнюю точку. Я ловлю. Ну, поехало. Вот, прекрасно. Ну вот, почти добрались до места. Да. Еще 100 раз постолько, вот, а потом еще 100 раз постолько, еще 100 раз постолько, и мы наконец увидим родную, любимую бабушку. Вот так можно легко и просто, и непринужденно, самое главное, выбраться из, казалось бы, безвыходной ситуации. Сломался автомобиль. Что делать? Собрать такую тележку и поехать на ней. Прекрасный выход, я считаю. Самое главное, очень, очень физически.
Итак, теперь про... Это мы говорили про свободные колебания. Все время до этого, да, мы запускали колебания, у нас что-то как-то куда-то колебалось. Импульс сохранялся, энергия сохранялась, или не сохранялась, ну, потому что как получалось. Вот, а теперь, что если мы будем компенсировать, скажем так, траты энергии нашей механической системы, ну, диссипативные силы, все дела, силы трения, никуда от этого не деться. Что будет, если мы начнем это компенсировать при помощи некоторой внешней силы? А на самом деле получится интересно. В идеале должен получиться резонанс, мы к нему хотим прийти. Вот. Никита Александрович здесь что-то активно крутит, собирает. Генератор чистый, точнее, генератор чистый стоит здесь, а это преобразователь его в... Механические колебания. Да. То есть это у нас будет выступать в роли внешней силы некоторой. Правильно? Правильно. Вот. То есть у нас будет некоторая система, которая колеблется, и, очевидно, с течением времени она прекратит все свои колебания, потому что энергия вся ее потратится. Вот. А мы хотим, чтобы колебания не прекращались. И сделаем устройство, ну вот Никита Александрович его собирает, которое будет поддерживать эти самые колебания с некоторой периодичностью, как бы закачивая энергию в колеблющуюся систему. То на самом деле, какую выбрать частоту вот этой подкачки, от этого зависит очень многое. Мы можем как навредить, то есть если мы будем подкачивать с, скажем так, противофазе, да, если мы в прошлый раз, по-моему, обсуждали, когда вот качель движется вперед, а мы ее толкаем в обратную сторону. Естественно, мы ее энергию движения гасим. Да, и в конечном итоге мы полностью погасим. То есть сработаем еще лучше в этом плане, чем все силы трения, чем все диссипативные силы. Но мы можем улучшить ситуацию, когда мы в точности попадем, будем подкачивать правильный момент времени с правильной периодичностью, мы можем, в общем-то, значительно увеличить амплитуду колебаний. Да, теперь, если мы качели будем подталкивать, когда она проходит мимо нас, мы будем ей сообщать энергию, которая будет расходоваться только на изменение скорости в правильном направлении, направлении движения, в направлении колебаний маятника. Итак, все готово, насколько я понимаю. Ну, маятник будет колебаться в этой плоскости. Длина его подобрана таким образом, чтобы его собственная частота равнялась 1 Гц. Ага. То есть он колеблется один раз в секунду. Такой да. У него период. Сейчас подадим на генератор соответствующую частоту колебания на 1 Гц. Так, все начало раскачиваться. Ну, требуется, естественно, некоторое время, чтобы выйти на устойчивый режим. Но видим, что амплитуда все увеличивается и увеличивается. Ну, естественно, до какого-то определенного момента. То есть амплитуда не может вырасти бесконечно. Ровно потому, что тогда бы пришлось затратить бесконечно много энергии. Но если частоту уменьшить хотя бы на 1/10... А давайте оставим вот такие колебания с такой частотой, просто будем уменьшать частоту внешне вынуждающей силы. Долго слишком будет. Потому что вот сейчас мы заметили, что при частоте, равной собственной частоте, общее колебание увеличивается. То есть можно сказать, что система приходит в некое состояние резонанса. То есть, ну, когда совпадают частоты, да, собственных колебаний и внешне вынуждающей силы. Теперь поставим 0,9. Казалось бы, не сильно поменяли, да? Да. Начальный период времени кажется, что маятник тоже начнет раскачиваться все сильнее и сильнее. Но он останавливается. Снова пытается. Снова, видимо, сейчас. Нет, снова останавливается. Снова остановился. А давайте попробуем сделать, не знаю, 1,1 Гц. Сделаем побольше частоту. То есть, может быть, мы просто с недостаточной частотой его раскачиваем.
1,1 Гц. Да, начал раскачиваться и снова остановился. Вот как важно, оказывается, подталкивать товарища на качелях в правильный момент времени, чтобы он вам сказал спасибо. Да, чтобы он вам сказал спасибо. Без дальнейших эксцессов. Ну, на самом деле у любого тела существует несколько, да, собственных частот. И если попасть в одну из них, то можно наблюдать вот это явление резонанса. Поэтому очень важной задачей для всех разного рода конструкторов, архитекторов является, скажем так, во-первых, создание вот этих собственных частот на таких максимально нетипичных для всяких внешних возбуждений диапазонах, во-первых, чтобы случайно их конструкция не разрушилась. Вот. А во-вторых, устройство там, не знаю, зданий, различных объектов таким образом, чтобы такие колебания как можно быстрее гасились, то есть чтобы колебания такие проходили с как можно меньшей добротностью, чтобы опять-таки даже в случае возникновения резонанса эти колебания, амплитуда таких колебаний не увеличивалась очень сильно, чтобы они как можно быстрее затухали. Итак, вот Никита Александрович готов продемонстрировать частоты, собственные частоты колебаний обруча. Итак, сейчас у нас стоит частота 1 Гц. Постепенно будем увеличивать. Так, давайте что-нибудь... Белый лист, наверное, хорошо видно. Да. Да. О, ну вот одна, видимо, из таких частот нашлась. Ну да, вот это сколько? Частота 22 Гц. Герц. Мы видим три узла называемых пучностей. Это один, второй, ну и в точке крепления третий. Продолжаем увеличивать частоту. Это узлы были. А, узлы. Узлы, да. Простите. Узлы это там, где минимум амплитуда, то есть там, где объект почти не колеблется. А пучности, наоборот, где наибольший размах колебаний. У нас такое ощущение, что еще резонансную частоту стола нашли. Теперь видим раз, два, три, четыре, пять узлов. Да? Вот в этих местах они такими, поэтому кажутся очень темными, что амплитуда колебаний вот этих точек очень маленькая, а во всех остальных она такая серенькая, потому что, ну, собственно, частота съемки такая, что видно как бы несколько положений вот этого диска металлического. Ну, думаю, больше мы не найдем. Вернее, они, скорее всего, есть на более высоких частотах, но... Да, здесь должно быть и 4, раз было 3. А 2? Я думаю, здесь... Опять, ну, это уже мы увидели. Скорее всего, эта конструкция не предусмотрена частотой, собственно, кратной двум, потому что всегда есть точка закрепления, которая является первым узлом. Ну, как правило, чем выше, чем больше собственная частота колебаний, тем меньше амплитуда таких колебаний. Но тем не менее, надо такого стараться
избегать при проектировании различных механических систем. В том числе мостов. В том числе мостов, да. Мы с вами в прошлый раз обсуждали несколько историй, связанных да, с движением строя солдат по мосту. И с тем, что вот как-то неудачно было так спроектировано, в том плане, что частота обычного маршевого шага роты солдат совпала с одной из резонансных, с одной из собственных частот моста. И мост вошел в состояние резонанса и, естественно, обрушился, потому что к таким колебаниям он был не готов. Не готов. Итак, что у нас тут? У нас тут система... Саныч дальше нам подготовил систему из двух связанных маятников. Опять-таки, маятники математические. Можем их считать? Можем математическими считать. Но есть одно но. Да, они не просто математические, они связаны друг с другом. И, я так понимаю, мы хотим понаблюдать процесс перекачки энергии от одного маятника к другому. Это опять возвращаясь к вопросу о том, как корректно описывать законы сохранения для механической системы. Все-таки вот такую систему из одного маятника, который связан с другим, да, если мы вот попытаемся это считать консервативной системой, так делать нельзя, потому что есть некоторая внешняя сила, определяемая силой натяжения вот этой нити, которая их связывает, которая, она, в общем-то, и не позволяет применять закон сохранения. Такую систему нельзя считать консервативной, нельзя для нее применять закон сохранения энергии. Можно только описывать их коллективно. Итак, что мы хотим сделать? Мы хотим... Склоним один из маятников. И вот мы видим, как начинает за ним колебаться второй. Причем амплитуда колебаний первого маятника уменьшается. То есть энергия колебаний как бы перекачивается за счет просто того, что здесь есть нить, да, за счет действия силы натяжения этой нити, энергия перекачивается от одного маятника к другому, и в обратную сторону процесс происходит. То есть получается, что уже таких как бы колебаний два. Да? Это собственные колебания каждого из этих маятников, определяемые, ну скажем так, геометрическими параметрами этой системы, плюс колебания, связанные с перекачкой энергии от одного маятника к другому, определяемые параметрами самой нити. Да? Если там, поменять... всякие коэффициенты, как-то поменять нить, взять ее с другой силы упругости, там, с другой силы натяжения, то этот период тоже поменяется. То есть здесь мы наглядно видим не только перекачку энергии, но и колебания одновременно как бы на двух частотах. То есть два разных колебания, которые с одной системой происходят. То есть две степени свободы, можно и так сказать. Если отклониться одновременно в одну и ту же сторону маятники, то они будут колебаться как единая система. Потому что никакой перекачки энергии не происходит. Ну, потому что силы, по сути, действующие на нить их связывающую, компенсируют друг друга. Тут ничего хитрого уже не происходит. Ну и аналогичным образом отклоним в разные стороны. То есть как бы в противофазу. Кажется, что они должны друг друга теперь гасить. Ну, как будто бы. Но нет. Колеблются себе и колеблются. Да, ну давайте тогда на 5 минуток сделаем перерыв. Через 5 минут мы к вам вернемся, подготовив следующую порцию опытов. Вот, да, пока перерыв 5 минут. Мы тоже размьючиваемся. И возвращаемся в эфир. Да, здравствуйте всем снова. Недолго. Расставание было недолгим. Итак, мы до этого говорили, что колебаться с одной степенью свободы в одном каком-то направлении хорошо, а в нескольких одновременно лучше. Вот. И Никита Александрович за время перерыва сконструировал быстренько, ну, сбегал в песочницу в соседнюю, отобрал там ведерко, насыпал в него песка и собрал вот такую вот конструкцию. Итак, емкость, в ней песочек, там, по всей видимости, отверстие. И теперь что? Мы запустим колебания в одной какой-то плоскости. В одной плоскости. Давайте в одной плоскости. И будем перемещать ленту. То есть, по сути, добавляем вторую степень свободы. Да? Добавляем второе колебание.
То есть если мы двигаем ленту равномерно, то получается такой хороший синус. То есть говоря о том, что... Ну, а раз получается синус, мы можем говорить о том, что такое колебание действительно гармоническое. Гармоническое, периодическое. Много... Теперь нас стало здесь много писка. Итак, а можем ли мы добавить еще одно какое-то колебание в нашу систему? Можем? Да. Наверное, можем. Давайте теперь запустим колебание таким образом, чтобы у нас оно продолжалось не только вот в этой плоскости, а добавим какую-нибудь еще горизонтальную составляющую. То есть у нас тело будет совершать гармонические колебания, а в их гармоничности вы могли убедиться, увидев синус, гармонические колебания в двух разных плоскостях. И посмотрим, к чему это приведет. Допустим, так, снова меняем крышечки. GoPro. Поехали. То есть это уже не просто синус, а целая фигура нарисовалась. И действительно, такие фигуры не мы первые и не вы первые видите. Впервые их наблюдал. Как его звали, Никита Александрович, не помните? Имя. Имя, отчество. Все знают его фамилию. Фамилия его Лиссажу. По всей видимости, он был француз. Французский испытатель. Вот. И он первым наблюдал такие фигуры, их описал. И действительно, оказывается, что все фигуры Лиссажу, да, вот такие вот траектории интересные, можно получить сложением двух гармонических колебаний на разных частотах. Вот. Если частоты равны друг другу, то мы получим вот такие, можно сказать, окружности, не окружности, такие более правильные геометрические фигуры. Если частоты относятся друг к другу кратно, то есть кратно каким-то целым числам, то тоже получатся такие довольно периодические колебания. Ну и в случае, когда частоты как-то произвольным образом соотносятся, то будут получаться такие незамкнутые фигуры. Вот, я так понимаю, мы сейчас их тоже увидим, более широкий спектр этих фигур Лиссажу, но несколько иным способом. Итак, фигура Лиссажу – это способ описания, способ, вернее, представления траектории колебаний тел, когда колебания происходят с несколькими степенями свободы, по нескольким возможным траекториям. При этом сами колебания остаются гармоническими, и на вид фигур, этих самых фигур Лиссажу будут влиять, ну, амплитуда, разумеется, колебаний, скажем так, на размеры рисуемой этой фигуры, и отношение частот этих колебаний, ну, и начальный сдвиг фазы колебаний друг относительно друга. Мы видели такой механический, скажем так, способ записи, способ визуализации этих фигур Лиссажу. И, собственно, насколько я помню, сам Лиссажу тоже примерно так их и наблюдал. Только у него была ведерко с краской, и вот он смотрел, что ему эта краска на холсте нарисует. Запуская с разными частотами свои колебания, с разными амплитудами, с разными сдвигами фаз друг относительно друга. Итак, песок почти весь убран. Готов вернуться обратно в песочницу, чтобы дети не расстраивались. Вот. А мы будем наблюдать оптические фигуры Лиссажу, правильно? Итак, значит, пока Никита Александрович готовится, расскажу, в чем суть следующего эксперимента. Мы можем рисовать не только песком или краской, но и, скажем так, рисовать светом. Действительно, наши глаза и, в общем-то, камеры, фотоаппараты устроены таким образом, что пиксели в фотоаппаратах и сеточки
в смысле, колбочки и палочки в наших глазах запоминают интенсивности цветов на некоторое время и позволяют нам таким образом создавать картинки, создавать некоторые образы, которые потом ну, либо в памяти камеры сохраняются, либо у нас в голове. Так вот, если мы будем не просто статично в одну точку светить лазер, ну, если мы, да, вернее так, если мы просто возьмем лазер, например, лазерную каску, будем светить в одну точку, мы увидим вот там одно какое-то яркое пятно. Если мы начнем передвигать этот лазер, ну, мы увидим, что вот это пятнышко двигается и какую-то некоторую траекторию выписывает. Соответственно, чем быстрее мы будем это делать, чем быстрее мы его будем двигать, тем, скажем так, сильнее будет для нас все точки траектории сливаться воедино. И, ну, существует некоторая какая-то такая частота, выше которой, частота перемещения этой лазерной указки, выше которой мы как бы все положения траектории этой лазерной точки будем видеть как единое целое. Но хаотично двигать лазер неинтересно. Мы будем его двигать определенным образом. А как это можно сделать? А можно это сделать, например, посветив лазером на зеркальце, которое прикреплено к мембране, которая, в свою очередь, колеблется. И вот у Никиты Александровича ровно такая схема в руках и есть. Это маленький кусочек стекла, он приклеен к резиновой мембране, а мембрана, в свою очередь, встроена в пластиковую банку, который приклеен достаточно мощный динамик. Соответственно, динамик будет преобразовывать нам электрические колебания от генератора в механические колебания. Механические колебания будут в том числе передаваться зеркальцу, а зеркальце будет, колеблясь, отражать лазерный лучик под разными углами. Таким образом, лазер как бы будет выписывать разные траектории. Ну, а дальше задача простая. Задача возбуждать собственные частоты колебаний мембраны. То есть подобрать частоту звукового генератора таким образом, чтобы мембрана колебалась с большой амплитудой. И тогда мы увидим большой разброс вот этих возможных направлений отражения лазерного лучика. Это туда вот наверх у нас все. Сейчас Никита Александрович поднастроит. Вот, ну а, соответственно, различные режимы колебаний мембраны, да, у нее, как мы могли убедиться в опыте с обручем, тоже несколько различных резонансных частот, различных частот собственных колебаний, и вот эти вот частоты собственных колебаний будут нам, скажем так, показывать, будут показывать разные траектории. Опять совмещаем. Звук — это гармоническое вполне себе колебание, синусоидальное на определенной частоте. И складывая по-разному эти частоты, мы можем видеть разные рисунки. Начнем. Вот, Никита Александрович, на телефоне есть специальное приложение, которое позволяет просто генерировать несколько синусоид на разных частотах, объединенных, скажем так, в одну звуковую волну. Ну, а это усилитель. Будет усиливать звук с телефона. Так, пока ничего не происходит. Никита Александрович сейчас выбирает какую-то частоту. Так, звук. Надо было, да? Ну, хотелось бы. Видно. Так, ну, подадим одну частоту. Вот пошла одна частота, и не пошла.
Замечательно. Итак, это одно синусоидальное колебание, да? Или уже несколько? Это пока одно. Ну, теперь, подбирая пары частот, можно наблюдать различные, так называемые, фигуры Лисанжо. Различные отношения, да, между этими частотами. Очень похоже на то, что рисовал песок. Ну, я продемонстрирую несколько фигур, которые мне наиболее приглянулись. На экране, наверное, выглядит по-другому. Ну да, кстати, нашим глазом оно выглядит иначе. С возможностью. Частоту повысить. Или понизить, да? Ну, еще поиграемся с различными частотами. Алексей, изображение пропало следует.
Бесконечно. Ухи. Ради интереса, кстати, можем поставить какие-нибудь... Песни. Песни. Способ визуализировать песни. Тяжелой музыки присутствует множество частот, на которых... И низких, и высоких. Да. Поэтому картинка все время пока вот неказистая, смазанная. Но ради интереса давайте попробуем включить какую-нибудь... Классическую? Классическую. Давайте Моцарта, Никита Александрович. Мне больше всего нравится вот это. Ну, хорошо. Это Грик. Да. В пещере горного короля. Я не прогуливал уроки музыки в школе. Я ношу стол не трясти при этом. Уроков труда у меня не было. Нет, всегда. Круче. Вернулся в нашу пещеру. Фух, так, что нам осталось? Нам осталось не так много времени и автоколебания, правильно? Вот. Успеем, я думаю, успеем, должны успеть. Это красиво было, очень мне нравится. Надеюсь, вам тоже. Мы обсуждали сейчас вынужденные колебания. Да, у нас есть... какая-то собственная частота колебаний, мембрана, например, и мы воздействовали на нее внешней силой посредством динамика того же, в который звук отправляли с телефона. Но это как бы не полная картина, это часть всей картины, и существуют, скажем так, колебания, которые подпитывают себя энергией за счет, ну, просто своего устройства вот этой колебательной системы. То есть, еще раз, когда у нас колебания вынуждены, мы подбираем частоту, амплитуду, сдвиг фазы, внешние силы таким образом, чтобы подкачивать энергию в нашу систему. А существуют такие колебательные системы, которые самостоятельно в правильные для себя моменты времени выцепляют эту энергию. Самый простой пример такой системы, они, кстати, называются автоколебательными,
Самый простой пример автоколебательной системы – это листья на деревьях. Когда дует ветер, постоянный поток воздуха, листья начинают колебаться. Но, казалось бы, да, воздух дует просто непрерывно, без всяких, без изменения, скажем так, частоты. Да, он дует постоянно, не периодично. А листья колеблются с некоторым периодом и колеблются, не затухая. То есть, ну, понятно, что период колебаний листьев связан с самими листьями, да, с их устройством. А вот это как раз незатухаемость связана с тоже, в общем-то, с особой их формой и строением. Они выцепляют энергию из потока воздуха, постоянного набегающего, ровно в те моменты, когда им это нужно. Ровно в те моменты, когда, ну, вот, они находятся в той фазе колебания, когда подкачка энергии из внешней системы, из набегающего потока воздуха, усилит их колебания, да, а не погасит его. Это самый такой простой пример автоколебательной системы. Следующий достаточно распространенный пример автоколебательной системы – это, например, электромагнитные замки. Там молоточек, электрическая цепь, звоночек, и пропуская постоянный ток, да, не переменный, а постоянный ток по такой цепи, молоточек будет периодически бить по колокольчику. Собственно, эта периодичность и осуществляется за счет специального устройства, расчета параметров цепи, расчет геометрии такой системы. То есть опять получается, что мы пускаем по цепи постоянный ток, да, через электромагнит, а этот постоянный ток приводит к периодическим колебаниям. Вот опять-таки пример такой автоколебательной системы. И вот у Никиты Санча не такое распространенное, но тем не менее пример автоколебательной системы. У нас есть вал, который закреплен в бывшем когда-то шуруповерте, и он будет вращаться с постоянной скоростью. Просто будет, ну вот, посредством постоянного напряжения только вращаться с некоторой скоростью, с некоторой частотой. И есть колеблющийся маятник, который не видно. Вот он. А все вместе? Все вместе. Вот, есть колеблющийся маятник. Да, вот я его, ну, мы такой физический все-таки маятник, потому что массы трубки уже пренебречь нельзя. Ну, вот видно, я запустил колебания, они затухли. Причем спустя там несколько секунд. Да, очень быстро. Но если теперь мы включим шуруповерт, система будет как бы саморегулироваться. Да, и смотрите, колебания не затухают, и система просто черпает энергию в правильный для себя момент времени. То есть у нас вращение идет в эту сторону, скажем так, по часовой стрелке. Соответственно, маятник забирает энергию, когда качается по направлению вращения, и не забирает ее, когда движется обратно. Ну, вернее, не то, что не забирает, забирает ее меньше. Да? То есть в большей степени он получает энергию, когда движется справа налево, и в меньшей степени, когда слева направо. Таким образом, все равно получается положительный прирост энергии за период колебания. И этого достаточно, чтобы компенсировать диссипативные силы, возникающие в такой системе. Если можем увеличить. Ну, вот как вы видите, казалось бы, да, можно сказать, что ну просто частота вращений шуруповерта подобрана таким образом, что совпадает там с какой-нибудь резонансной собственной частотой колебаний такого маятника. Нет, я увеличил частоту внешней силы, да, которая вот так, ну, постоянная, но вот есть какая-то некоторая угловая частота вращения, а с колебаниями маятника ничего не произошло. То есть это не тот случай, когда мы настраиваемся на резонанс. Это просто вот некоторая постоянная сила, и система сама себя регулирует, сама черпает энергию в правильные моменты времени. Ровно такое же устройство. Сейчас музыкальные инструменты будут, да? Вот, Никита Александрович есть. В продолжение нашей музыкальной пятиминутки. Значит, Александр, в завершении. Ну, в завершении, да, сегодняшней музыкальной лекции. У Никиты Александровича есть набор музыкальных инструментов. Ну, это емкость, на которую все так же натянута мембрана. С одной стороны у нее есть ввод воздуха, а с другой стороны ее можно закрыть, вставить
трубочку таким образом, чтобы она касалась мембраны. И вдувая воздух, можно получить тогда музыкальный инструмент по типу рожка. Красота. Получается. Надо, наверное, объяснить, что конечно, происходит. Надо. Итак, Никита Александрович вдувает воздух сюда. Здесь возрастает давление внутри. Внутри, да. Возрастающее давление приводит к тому, что воздух начинает давить на все стенки вокруг себя с одинаковой силой. И лучше всего это ему удается при давлении на мембрану, так как она наиболее мягкая и эластичная по сравнению с остальными стенками этого стаканчика. Мембрана начинает отклоняться, да, и начинает как бы выдавливать, но отодвигаясь и выдавливаясь, она, как бы, скажем так, открывает трубку. Открывает трубку, и воздух устремляется в эту трубку. А раз он устремляется в эту трубку, давление внутри падает, и на мембрану воздух начинает давить с меньшей силы. Она закрывается. И так происходит по новой. То есть мембрана приоткрывается, воздух начинает выходить через трубку, мембрана закрывается. Воздуху снова деваться некуда, он начинает давить на мембрану, ее отодвигает. Ну и таким образом происходят колебания. Автоколебания. То есть, видите, система сама себя регулирует, сама настраивается, причем настраивается она на свою собственную частоту, вне зависимости от давления внешней силы, от того, насколько сильно Никита Александрович дует, частота вот этих колебаний связана исключительно с жесткостью самой мембраны, ну и с размерами, в общем-то, самой трубки. Да. Поэтому, если взять трубочку чуть подлиннее и проделать в ней отверстие, то можно превратить это нехитрое устройство в некое подобие флейты. Ну, попробуем. Я, конечно, как это? Нет музыкального образования, но что-то сыграть я смог. Если бы я был змеей, вы бы меня закляли, да. Я бы под вашу дудку я бы станцевал. Ну, или производить регулировку при помощи просто уменьшения или удлинения, естественно, трубки. Но при этом дует Никита Александрович. Это тромбон. Да. Дует Никита Александрович с одной и той же, с одним и тем же усилием, с одной и той же усилием, и оно никак не влияет на частоту колебаний звука в данном музыкальном устройстве. Ну что, наше время подходит к концу, как и наши эксперименты. Вот, так что всем спасибо, кто сегодня был с нами. До новых встреч. Спасибо, Никита Александрович. Всем пока.